Значит, приехали мы на Байкал в максимальных позах и в сексуальных позах. И на этом наши полномочия все. Не тут не так уж и плохо, но холодно. Я болею. Так что нормально. Ну все плохо, короче, все равно. Все равно все плохо. Да. Это речка вброд, это пиздец. Никогда не ходите вброд. Потому что когда промачивается жопа, хочется умереть. А еще я закусываю огурчиками. В общем, вот так вот все. Отлично. Very well, very wonderful. А ну вот, короче, добрались, это был полный пиздец, куда-то в Альгау спускались. Но мы переходили по реке, ну как будто в Альгау спускались, здесь был дождь. А ты еще этот мудак Байкал начал выебываться и дуть ветром, но там все было нормально. Знаете почему? Да потому что мы клюковки выпили, и вот все вообще улучшилось сразу же. Ну а клюковка она такая, что если ты ее перепиваешь, то ты лежишь как Андрюша вон на бережку и блюешь под себя. Или как Санджи на коленочках лежишь, как брошенный пес. А еще Зорик это хуже, чем собака. Вы знали? Вы знали? Еще вот звезды эстрады тут поют, ебать. Байкал все-таки теплый. Мне повезло с речкой. Я перешла, еще по колено было. Там водичку переходить. Ты такая сначала идешь, вроде бы страшно, пиздец, холодно, больно, ноги сводит. Все, ты думаешь, сейчас тебя унесет. Но потом ты переходишь это, и пиздатенько, потом так тепленько ножка. Вот. И хочется еще. Вот. А вон там еще Тошик. Он тут пукает в палатке, когда один. Я бы заебись пожар потушил за 3 минуты. Я как? Бы, братану, помог пожар затушить. Братишка, здорово, ебать, лепешка. Короче, у нас тут очень хорошая погода. Своя даже атмосфера. Когда хуевая погода у нас, в душе очень хорошая погода. Поэтому мы сейчас будем купаться. Это душа же твоя. И если нам посчастливится, то мы отправимся в Альгау прям сегодня. В Альгау! Ну и вот поэтому, если получится, Эшли? То сегодня мы будем бухать Эшли Симпсон с Одином, а потом пизды дадим и вернемся обратно утром. Потому что нам на электричку надо будет ехать. Ну и все, сейчас я пойду купаться. Уезжать не хочется. Хочется
остаться здесь навсегда. Хочется тут сгнить нахуй. Соединиться с природой. Уезжать не хочется, потому что вот это вот, как мы будем там приходить, это же пиздец, там затопило, и мы будем по тетечке идти в воде в холодной. Уезжать не хочется, потому что уже август. Так бы было заебись, если бы мы остались и Тошика сожгли на костре напоследок. Во имя Иисуса и Христа. Столько возможностей нереализованных. Нереализованных. Поэтому можно было бы задержаться, чтобы до конца свои планы исполнить. Ну, вообще, конечно, можно было бы уехать, потому что здесь нет душа и Байкал холодный. Так-то, да. Наверное, нет. Не очень, я бы еще бы здесь похрапел. С удовольствием. Мне хочется уехать только, чтобы помыться и покушать вкусненькие яички жареные. Не, здесь вообще хорошо. Даже в плохую погоду здесь вообще зашибись. Как всегда, когда уезжаем, начинается самое классное. Блин, даже слезу пустить захотелось. Купайтесь, не пейте много, кушайте много и не толстите. Ну вот, короче, у нас хлеб то ли в мыле, то ли в чем промок. Он теперь с мыльным ароматом. И есть одна свинья, которой нужно дать хлеба. Тошек, смотри нахуй. Ой, Джон, извини, подожди. В общем, дай бог здравия, холодного холодильника. Встречайтесь, любите друг друга. И главное, пусть каждый скажет, давай поженимся. И объявляю вас мужем и женой. Все, выключай. Все, выключай. Все, выключай. Выключай.